Я свою мысль привел в исполнение. Не даючи в голову пришло накатить его как следует и посмотреть, что выйдет. А, так у вас это было задумано? Спектакль «Беспреданец» по пьесе Островского, и эта работа выросла из режиссерской лаборатории. Это пьеса, которая не была воспринята современниками Островского. И до сих пор в ней что-то такое есть, что не получается разгадать. Материал потрясающий. Очень сегодняшний, и даже язык такой не совсем островский. Нетрудно произносить речь, там нет никаких витиеватостей, оно очень современное. Это история о поиске женщины себя в любви, а соответственно и в жизни. Потому что для нас любовь, жизнь – это одно и то же. Роль – это скорее повод для диалога со зрителем, для того, чтобы зритель понимал, на чью сторону он становится сегодня. И чья сторона ему интереснее? Это повод для диалога. Нет, нет, не будет она петь, господа, не будет. Мне очень комфортно с Александром Сергеевичем. Он очень хорошо идет на диалог. Мы постоянно что-то предлагаем, что-то как-то экспериментируем. И вечно идет какая-то совместная работа. Нет такого, что у нас очень построенный диалог. Он подробный очень. Внутри выстроено все. Достаточно, ну, как мне кажется, на сегодняшний момент тонко и верно. Он понимает, чего он хочет, и при этом оставляет нам воздух для того, чтобы мы... Давайте вот... А вы не хотите? А давайте попробуем. Да-да-да, давайте. Нет, для меня удобнее, если... Конечно. Раз, для друзей, да. Не прикажете нашей ветреби нежной, не прикажете серый Робинзон, давай, и нет пустого. Александр Сергеевич очень внятный и профессиональный человек, который с большим... пиететом отнесся к малому театру, что он на первый план выводит актер и на первый план выводит взаимоотношения персонажей. Все-таки в Островском для меня какая-то тайна есть. И вот «Беспреданец» — это, наверное, какой-то такой таинственный кристалл. Вот из всех его пьес есть сказки о любви. А здесь все-таки любовь, которая не проходит медные трубы. Мне кажется, очень современная пьеса, она очень сегодняшняя. Все повторяется, все повторяется. И чтобы откликалось, чтобы зрители не закрывались, а наоборот открывались. И тогда мы будем в них попадать. Друзья, с большим удовольствием ждем вас на спектакле «Беспреданница» в Малом театре. Приходите в Малый театр. Мы вас очень ждем.